Под зубным налетом может прятаться кариес. А когда его заметят родители, будет уже поздно. Большая кариозная полость требует сложного лечения. Поэтому мы рекомендуем каждые 3 месяца проводить ребенку профессиональную гигиену. У нас в Dental Fantasy профессиональная гигиена проходит в несколько этапов. Первый этап. Со специальной оптикой проводим тщательный осмотр зубов и десен. Второй этап. Окрашивание зубного налета специальными индикаторами. Участки на зубах, где малыш плохо чистит, окрашиваются в сиреневый цвет. Чем темнее цвет, тем старее налет. Так и ребенок, и родители сами видят, где нужно усилить домашнюю гигиену. Третий этап. Мы подбираем индивидуальные средства домашней гигиены. Проводим вместе с ребенком контролируемую чистку зубов. Отрабатываем технику чистки и возможные ошибки. Даем рекомендации по использованию электрических и мануальных зубных щеток, ёршиков для чистки межзубных промежутков. Четвертый этап. Бережно и тщательно удаляем налет с помощью инновационного аппарата Airflow Prophylaxis Master. Мы используем мелкодисперсный порошок на основе эритритола. Микроскопические частицы проникают в самые труднодоступные места. Пятый этап. Если есть зубной камень, мы удаляем его безболезненно и мягко. Шестой этап. Контролируемый осмотр. Важно убедиться, что зубы абсолютно чистые. Проводим диагностику кариеса, ведь на идеале